Приветствую всех на канале bestracer.ru. У меня есть педали Bestracer Furia, есть руль Ferrari F1000 Thrustmaster с таким вот монитором. Расскажем о мониторе, о регуляторах, что им можно сделать. Также о педалях и база руля Thrustmaster TS-Piece Racer. Педали Furia, производство Bestracer, полностью металлические, два лоцел датчика, регулируется нагрузка динамически, прямо во время движения вы можете подкорректировать нагрузку на торможение или же нагрузку при работе газа, сделать так, как вам надо. На педалях стоят демпферы, которые смягчают работу ход педали, пружины и бамперы, которые делают ваши ощущения более реалистичные, и нагрузки при помощи RFA-19 можно сделать такие же, как настоящий Formula 1. Этот у нас симулятор. Давайте проедем, ознакомимся с педалями. Ну, педали. Нажимается газ, нажимается тормоз. Здесь легко, но это все работает очень гармонично с этим рулем, с базой руля Thrustmaster. Педали изначально поддерживают базу руля Thrustmaster, это TS-Piece Racer, просто включаются в руль через RJ переходник и все. То есть соединение вот такое вот, которая подключается. Включили в базу руля и поехали. Итак, выберем заезд на время, проедем по этой трассе и потом еще в R-Factor 2 проедем по этой же трассе, только уже на отличном болиде Formula Pro. Итак, что у нас здесь есть? Полностью обозначение круга, времени, лучшего круга, дельты, ERS, DRS, все это поддерживается, переключается. Также вот хорошая настройка, это газ, работа газа, обозначение тормоза, обозначение. Вот видите, чтобы до 100% нажать, мне так надо, или же на газе. Traction баланс и все остальное. То есть я могу менять баланс тормозов, и он будет отображаться здесь. Это у меня не настроено, скорее всего. Также у нас есть дифференциал изменения, здесь показывается. Ну и куча разных настроек. Вот это вот у нас позиция чего-то еще. Так, вот это обозначает подрулевые лепестки, активирует. И можно ехать, я думаю. И показывать круг. Пока будем ехать, разберемся с другими значениями. У нас здесь есть дальше настройки. Вот такие вот карты есть, на которых можно посмотреть ERS, DRS, как работают тормоза, покрышки, температуру. Вот, активировать можно DRS, мы в зоне DRS, загорается лампочка. Теперь две лампочки. А физически еще усилия на тормоза можно регулировать во время движения поворотом вот этим RFA-19. То есть крутим по часовой стрелке, мы усиливаем давление на педаль тормоза. Нам надо будет больше усилия, когда
прикладывать, чтобы выжать педаль на 100%. А если прокрутить против часовой стрелки, то мы уменьшим, и педаль будет мягче нажиматься. Также на газ, но газ это уже регулируется более детально при помощи отверточки, но также все легко регулируется. У нас куча здесь есть параметров по переключению нашего экрана, и есть данные вот такие точные, также расход батарейки и вот такой вот монитор. Так что вот такой вот руль, педали и руль 100% поддерживает вот эту игру. Также этот руль поддерживает Assetto Corsa Competizione, не на 100%. Здесь вот есть показания, например, аккумулятора, он работает. В Assetto Corsa Competizione у вас аккумулятора не будет. Ну, кто смотрит на те значения аккумулятора? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все это было. Еще какие неудобства в руле есть, его надо, чтобы узнать, какая прошивка стоит и какие рули поддерживаются, вернее игры, его надо снимать и подключать отдельно к компьютеру, чтобы обновить прошивку. Вот это единственное неудобство, а все остальное отлично работает и превосходно отображается, что вы видите в игре. Показания колес, наших батареек и всяких остальных значений. Ну, я думаю, с Формулой 1 мы закончим. Завершить сессию. Я еду по харду все. Помощников нет. Ну и в игру я эту почти не играю, так как считаю ее такой не совсем интересной, хотя здесь вроде бы говорят интересное, это форма победы, дошел до 8 главы. Итак, сейчас будет Assetto Corsa Competizione, более продвинутая игра, чем Формула 1. Так, Assetto Corsa Competizione, руль поддерживается не полностью. Здесь, например, не работают некоторые такие настройки, как вот аккумулятор 0%, то есть его или нет, или он разряжен. А все остальное вроде бы как работает. И RSDRS здесь нет. Так что настройки такие же, и панель такая же, как и в Формуле 1. Но здесь куча кнопок есть, и я могу назначать зажигание и стартер, например. Также вот эти вот значения работают. ABS, ABS 6.11. То есть единственное неудобство, надо знать заранее у вас, насколько настроено, например, на 6. И перед тем, как зайти в игру, выставить все по тому, как у вас будет по умолчанию настроено. Потому что вот ABS тоже 6.7. Вот здесь у меня на шестерке стоит и соответствует шестерке. Вот это хорошо, я всегда могу знать, какую позицию у меня стоит ABS. То есть, посмотрев просто сюда. Как обычно, у меня нет никаких настроек информации на мониторе. И подрулевой лепесток у меня назначен здесь. Все это назначается вот этим вот регулятором, который под низом стоит. Можно
менять настройки и дополнительных кнопок. Итак, первая передача. И стартуем. Педали. Фурия отлично работают в симуляторах. Просто сказочное ощущение, когда ты нажимаешь реальные педали в симуляторах. Потому что действие совершается такое же давление, такая же сила, как бы вы в реальной жизни давили бы на педали автомобиля. Mount Panorama отлично подходит для тестирования педалей. Здесь есть вот такой вот спуск, который должен точно показать вам, как работают педали, правильно ли они настроены или нет. А если вам точно подстроить, вы уже пользуетесь Alpha 19 и подстраиваете значение на торможение такое, как вам надо. В реальной жизни вы не жмете на 100% возможности тормозной системы, вы нажимаете где-то 60-70-80%. Также настраивается здесь, и это значение можно легко отследить вот на таком вот мониторе. Сейчас покажу. Вот здесь у меня работа газа и работа брейк систем, то есть тормозов. Я сейчас нажму на тормоза, и вы увидите, насколько я их нажимаю при торможении. 87%, кажется, это было максимальное усилие при торможении. Этот поворот. Сейчас посмотрим, какой у нас здесь будет значение и работа газа. То есть отлично можно работать с автомобилем, с настройками педалей при помощи вот такого руля. Газа здесь просто обалденнейший, потому что передается усилие через low cell датчик, который снабжен пружиной, демпфером, бампером. То есть вы настраиваете педали так, как хочется вам и как вы их чувствуете. Ну а на мониторе можно посмотреть, сколько у нас топлива, 51%, температура радиатора, колеса, тормоза, то есть все есть это значение прямо на руле. Следующей трассой и симулятором у нас будет R-Factor 2, который просто обалденно можно кататься. Платный контент там очень хорош. Итак, у нас было время показано. Вот мы можем посмотреть, какое у нас было время. Наше текущее время, лучшее время. То есть все эти значения
регулируется, и можно посмотреть прямо на нашем мониторе пройденных кругов, какой круг. То есть очень хороший руль, монитор. Так что вот этот сетап из Thrustmaster, особенно когда педали поддерживают нативно Thrustmaster руль, то есть втыкаете в базу руля и поехали. Так что класс. R-Factor 2. Мигает монитор, то есть он здесь бесполезен. В этом симуляторе чудесном руль SF1000 не работает монитор. Все остальное работает, так что мы можем просто выключить монитор и пользоваться уже всеми крутилками, менять тормозной баланс. Это все также работает, единственное, он не отображается. И вот у меня есть, в случае чего, вот такая вот крутилка, которая показывает мои данные. Если они мне не нужны, я его просто выключаю и наслаждаюсь болидом. Итак, поехали. Проедем гонку. Попробую на старте выиграть несколько позиций. Не получилось со сцеплением у меня. Плохо так вклинился. Итак, впереди болиды цепляют стену. Прохожу на полном газу и обманываю. По внутренней буду ехать. Позднее торможение, я думаю, выехал. Бок о бок. У меня лучший вход был, и я еще одну позицию выиграл. Так, впереди борьба, надо к ней присоединиться. Так, шутани очень медленно входят в повороты, надо быть готовым резко тормозить, вот как так. Торможение, и выигрываем. Хорошие тормоза позволят вам просто выигрывать на торможении. Болиды обгонять просто сказка. Так, 7 передач здесь, не 8. Поднять ногу, но на торможение я его обгоню. Должен оставить мне позицию. Вошли вдвоем в этот поворот, даже в два, но я вышел в первый. Так, я по внешней. А, вдвоем. Есть. Хороший разгон. Три в ряд. Трое в ряд. Есть. Торможение. Воу. Кто ж меня тут так запечатал, а? Ну, вот такая гонка. Сцепились мы тут. Ощущение от вождения и то, что вы просто едете как на настоящих гонках, просто изумительно. Что у меня тут было? Три болида
в один ряд. А ну сейчас посмотрю. Как это произошло? Вся борьба. Итак, входим в поворот. Три машины в ряд. Я тут. И торможение. Вот меня цепляет этот розовенький. И все. И он троих. Паровозик. Да. Ну, такие вот соревнования. Всем пока. bestracer.ru. Заходите. Там есть такие педали для кокпитов. И есть модификации для ваших педалей Thrustmaster, Logitech. Заходите, модифицируйте, пользуйтесь случаем ощутить хорошие гонки на хороших педалях. Всем пока!